Элегантность, гармония, сложные элементы. Немецкая пара Алена Савченко и Бруно Массо. Знаменитая фигуристка, раньше выступавшая под флагом Украины, а теперь Германии, на сегодняшний день является пятикратной чемпионкой мира и бронзовой призеркой Олимпийских игр. Мы намерены выиграть все награды, которые возможны. Все, что будет у нас на пути. Мы хотим продемонстрировать, что мы можем. Тренироваться они начали еще летом 2014 года. Французский фигурист Массо решил выступать со своей новой партнершей за Германию. Однако в подобных случаях, согласно правилам, действует годовой запрет. Также французская ассоциация потребовала дополнительную компенсацию. Немцы выплатили 30 тысяч евро. Мы решили, что лучше заплатить эти деньги. Да, с тяжелым сердцем, но мы сделали это для спортсменов. И я думаю, что это было правильное решение. В конце октября Бруно Массо наконец получил разрешение на выступление. Пара фигуристов сможет принять участие как в чемпионате Европы, так и мира 2016 года. У спортсменов неплохие шансы на медаль. Их конкурентами станет пара волосожар-троньков. Этот год был нужен для того, чтобы набраться опыта, посмотреть, что как, понять, какие наши сильные стороны, какие слабые. Потом увидим, что нас ждет в будущем. А будущее и успех Алены и Бруно зависит от этих людей, судей. Обычно они ставят высокие оценки тем парам, которые уже давно вместе выступают на льду. Милость судей нам нужно заслужить во время катания на льду. Это верно. Алена – это тот человек, которого знают, которого любят. Бруно должен развиваться в том же направлении. Любители фигурного катания в Германии уверены, Алена Савченко сможет завоевать еще не одну награду на международных соревнованиях.